Всем привет! Меня зовут Артур. Сегодня мы будем делать слуховой аппарат. Видео будет состоять из двух частей. В этой я опишу электрическую часть, а в следующей будет изготовление корпуса и монтаж электроники в него. Большая предыстория. Моему деду идет 9-й десяток лет. Со временем он стал плохо слышать. Пару лет он использовал миниатюрный заушный слуховой аппарат фирмы Siemens, пока благополучно не потерял его. Казалось бы, купили новый и забыли о проблеме. Но я решил заморочиться и сделать самодельный. Есть несколько причин этому решению. Во-первых, ценовой вопрос. С ростом курса доллара слуховые аппараты значительно выросли в цене. Во-вторых, упомянутый экземпляр имел крайне малое время работы от батареек таблеток. Их приходилось менять 1-2 раза в неделю. В-третьих, ножение головного убора вызывало посторонние шумы, которые мешали услышать разговор. В-четвертых, моноблочное исполнение и близкое расположение динамика и микрофона вызывали постоянные писки на максимальной громкости, а на среднем уровне звука ничего не было слышно. Поэтому я решил убить всех зайцев и сделать аппарат на аккумуляторах формата 3А, состоящий из нескольких блоков. Наушник и микрофон будут располагаться по принципу проводной гарнитуры, а корпус, в котором будут находиться аккумулятор и печатная плата, будет носиться в кармане брюк или на ремне. Он должен будет выполнять функцию экрана и защищать внутренние элементы от повреждения при случайных падениях или наступлении на него. Схемотехническое решение я подсмотрел на сайте RadioScot. Вот ссылочка. Схема довольно заморочистая. Я старался упростить ее. В итоге у меня получилось следующее. Сейчас покажу вам. Основной усилитель представляет из себя мотороловскую микросхему MC34119. Давайте заглянем в даташит. Микруха состоит из 45 транзисторов. Может работать от 2 вольт. Например, от 2 никель-металл-гидридных аккумуляторов, которые при полной разрядке будут иметь напряжение 1 вольт на каждом. То есть в сумме нужных нам 2 вольта. При этом микросхема потребляет крайне мало. Заявлено 2,7 мА. А выдавать может до 250 мВт мощности на 32-омный наушник. Вполне неплохие показатели. Самый простой вариант включения имеет минимальную обвеску. Но я, как и автор упомянутой схемы, в ходе экспериментов на макетной плате, понял, что лучше всего использовать вариант с подавлением высокочастотных звуков. Вот он. Опытным путем я подобрал по качеству звучания электронный микрофон от старого телефона Philips. Он оказался заметно лучше других микрофонов. Теперь пару слов о предусилителе. Так как указанных на схеме деталей предусилителя у меня не оказалось, я решил экспериментировать из того, что у меня есть. А в запасе у меня были банальные КТ-315Б. В ходе экспериментов получилось так, что самый первый вариант всего на одном транзисторе оказался самым удачным, а все последующие имели плохое качество звучания и плохое усиление. Но при этом, если на микруху и предусилитель подавать общее питание, то предусилитель начинал самовозбуждаться. Сейчас я покажу, что происходит, если запитать предусилитель от общей аккумуляторной батареи. Происходит самовозбуждение транзистора. Все мои попытки решить эту проблему приводили только к ухудшению звука. В итоге, взвесив все за и против, я решил, что изящество технического решения имеет меньше приоритет перед звучанием, и использовал второй блок аккумуляторов для питания предусилителя. Да, у меня возросли вес и габариты, но я делаю первый экспериментальный образец и считаю, что это простительно. Вот такой вот компромисс. В схеме также присутствует транзистор BC547, который переключает микросхему усилителя в режим пониженного энергопотребления при понижении напряжения питания менее 2,0 вольта.
Этим предупреждается полный разряд основных аккумуляторов. С аккумуляторами предусилителя так не получается. И хотя можно было бы решить и этот момент, но я бы считал, что это не так критично. Так как замеры потребления тока показали, что предусилитель потребляет в 10 раз меньше. Так, смотрим. 6,3 миллиампера. Это потребление у нас на основном батарейном блоке. На предусилителе 0,7 миллиампера. Учитывая это, можно сделать предположение, что заряд аккумуляторов предусилителя будет происходить один раз на 10 зарядок основных аккумуляторов, что вполне приемлемо. Имея емкость основных аккумуляторов в 1000 мАч, получим около 160 часов непрерывной работы. Можно сделать предположение, что этого заряда хватит на 2-3 недели работы по 8-10 часов в сутки, что вполне неплохой показатель. В схеме присутствует также регулятор громкости, который регулирует напряжение на электретном микрофоне. По схеме все. Перейдем к печатке. Так как я собирал изначально детали на макетке, я решил без заморочек переставить их на плату. Поэтому плата у нас THT, то есть штыревой монтаж. Он гораздо удобнее в экспериментальных вещах для отладки. Вполне возможно, что SMD вариант будет потом. Плату развел в программе KiCad. В трехмерном отображении программа KiCad рисует нашу плату вот таким вот образом. Далее я экспортировал в SVG формат и печатал из векторного редактора. Таким образом я избежал того, что растер будет отображаться на нашей печатной плате. Я использовал односторонний стеклотекстолит. Рисунок переводил методом LLT, то есть печатал на фотобумаге на лазерном принтере, а прогрев осуществлял с помощью ламинатора. Есть у меня такой вот ламинатор формата А6. Первоначально я пробовал отделить бумагу с помощью изопропилового спирта. Такой вариант у меня всегда прокатывал с бумагой для термопереноса. А тут меня постигла неудача. Пробовал несколько раз отделить с помощью спирта бумажку, получилась фигня. Решил попробовать размочить. Получилось очень даже неплохо. А остатки пленочки счищал с помощью зубной щетки и зубной пастой. Получилось очень неплохо. Травил плату в хлорном железе. Дорожки покрывал сплавом розы в кипятке. Отверстие сверлил станочком из микроскопа. Сверлил я кучу дырок в нашей плате. Теперь приступаем к монтажу деталей. С монтажом особых проблем не было, но как всегда я лоханулся с зеркальным отображением, поэтому многие микрухи пришлось выворачивать наизнанку. Вот таким вот образом перегнули наши контакты. Делать это нужно очень и очень аккуратно, потому что есть риск их переломить. В итоге получилось вот так вот. Далее будет вторая часть, посвященная механической обработке корпуса и сборке аппарата в единое целое. Пишите вопросы в комментариях, рад буду узнать, если это видео кому-нибудь поможет сделать что-то похожее. До встречи!